остались люди? Ну, есть люди. Люди возвращаются, приезжают. Угу. И те, которые были, остались и живут здесь. А дети есть? Есть дети. Дети оставались и прибавлюшки остались. А много детей? Ну, даже мы вам сказать, сколько детей осталось. Сейчас 10 осталось. А какой возраст? Возраст такой был от 10 до 14-15 лет. Ну, хлеб у нас в магазине каждый день. Нам хлеб и боишли возили, хлеб и хозяева возили. Хлеб все время был у нас. 2 рубли. Да, нормально у вас цена еще. Да. И хлеб у нас по нормальной цене. А сколько хлеб получается? 6.30 и 5.80 готово. Я буду вам за хлебом ездить. Ездите с Донецка. Когда обстрелы начались, это у нас, когда в августе нас затопило. Потом в январе уже почти откачали его. И опять обстрел, опять перебили. Опять затопило. Вот сейчас, буквально 2-3 недели. Откачали. А что с работой? Да, с работой ничего пока. Один вон работает. Шахта потихоньку оживает. Деньги дают. По 100 рублей. 100 рублей в неделю. 100 рублей в неделю? 100 рублей в неделю. Бывает 150. Это много. Ему на проезд надо 30 рублей, чтобы туда доехать, где получить. А что дадут? За неделю. Ага. Пенсии добиться нельзя, помощи обещали, добиться нельзя, получается. Ну, у нас организация, к которой мы относимся, это Спартаковский сельский совет. Он на Спартаке, Спартак разбит, сельского совета нет. То есть у вас сельский совет на Спартаке, а Спартак прям под аэропортом. Ну, он разбит, там нет сельского совета. Там у нас принимает в городе секретарь сельского совета, ну, принимает, она там, если справку какую-то выписать, и все. Никакой не помощи, никуда, куда не обращаемся, зачем? Езжайте на Спартак. А куда на Спартак лежит? А сколько людей осталось? Ну, я даже сейчас не могу вам сказать по спискам, потому что на Красный Крест мы подавали 381 человек, ну, было больше. Но сейчас еще люди подобавили. То есть, больше 400 уже да, точно? Да, уже есть, да. А что, возвращаются? Возвращаются. Возвращаются. И детям нашим вообще ничего, ни садику, ни школе, никто ничего нам. А много детей тут осталось? Много, у нас дети в школу ходят. У нас. Лен, сколько у нас детей в школу? Человек 40 ходит, да? Человек 30 точно ходит детей в школу. А что здесь с работой? Работы нет. Если не было работы. Люди работали в Донецке всегда. Но сейчас же половина предприятия закрыта. А тут, в принципе, вот сельская хозяйка. На поселке никаких нет организаций. Вот даже детский сад, где я работаю в детском саду. У нас детский сад с июня месяца закрыт. Ну вот сейчас вот там мы организовали, потому что до школьного возраста дети по 3 часа ходят, вот неделю, вот, по 3 часа вот мы вводим, и то там это в подсобном помещении, потому что садик разбит тоже. А детишек тогда в детсаду сколько? Вы же, если там работаете, можете знать. 20 человек по списку, 20 человек детей было. Ну на данный момент на месте 8 человек у нас. А получается, а денежка зарплаты? Ну, денежку, зарплату нам не платили. Вот сейчас нам сказали, что мы ходили, получили за декабрь. Месяц вроде как уже ДНР нам что-то там заплатили. За декабрь? А за после декабрь. Декабря? Ничего. Ну, вот сейчас вот мы ходили неделю назад, сказали, что это за декабрь. А что у вас на шахте? Работа есть? Проблемы нету. Ну, работаем. А деньги? Уголь даем. Ну, деньги дают. Месяц уже в рублях будет. А там кто его знает, чем дадут. Там, хоть в йенах. Мне все равно. Лишь бы давали. А уголь по шахтам помаленьку дает. Так что. Со выплатой нет у меня никаких, я никаких не получала. Ни денежных средств, вообще ни одной. Вот это давали на территории ДНР, вот это за 500 гривен. Я ни одной не получила. Ничего. С прошлого июля. Вообще ничего не получала. И младшие еще вообще не оформлены даже. Только вот есть, как говорится, свидетельство о рождении, и все. Больше ничего, не было. А когда младший родился? А? Младший когда родился? 14 июля 2014 года. И до сих пор никак? Никак. Ага. А то как получили,
свидетельство рождения, что выхватили, мы и тому рады, что хоть это получили. Хоть какой-то хоть документ, что он это, хоть зарегистрированный. Хоть что действительно он есть. Да. Такой ребенок. Иди сюда. Валик, иди сюда. Валик? Или Славик? Славик, Славик. Славик, сколько тебе лет? Он еще плохо разобрал. А? Говори, не бойся. Слав. Сколько? Четыре. Ну, никогда не видел. Thank you.